Первый парад спорта в Самаре собрал более 1000 участников. Школьники и студенты, клубы и федерации устроили торжественное шествие по набережной. Творческие и показательные выступления, демонстрации навыков и достижения лучших спортсменов области. Об одном из самых массовых событий в жизни самарского спорта – Владимир Маркин. Энергичным маршем более 1000 спортсменов шагают от Вилоновского до Красноармейского спуска набережной. Парад спорта для тех, кто выбрал здоровый образ жизни, стал настоящим праздником. Впервые в Самаре проходит столь массовое и масштабное мероприятие. Организаторами выступили Самарский государственный социально-педагогический университет и Центр творческой молодежи. Позвольте открыть наш парад от имени самого главного не только педагогического вуза Самарской губернии города Самары, но и самого главного спортивного вуза, где уже более 40 лет существует факультет физической культуры и спорта. Дзюдо, карате, футбол и кикбоксинг – это лишь малая часть видов спорта, представленных на параде. Для всех гостей праздника участники устроили показательные выступления и демонстрировали свои навыки в боевых искусствах. События, потому что спорт – это главное в жизни каждого человека. Спортом занимается абсолютно каждый четвертый в нашей стране, даже каждый второй. В будущем мы хотели, чтобы было такое большое, спортивное, импровизированное шествие, где спортсмены и будут показывать свои достижения, чтобы люди видели, что спорт на самом деле нужен, и он объединяет всех нас вместе. И, конечно, это должно быть началом для маленьких детей заняться физкультурой или спортом. После выступлений торжественное вручение вымпела администрации городского округа Самара и награждение лучших спортсменов области. Многим этот день запомнится надолго. Теперь это станет новой традицией. В следующем году парад спорта планируют провести на площади Куйбышева. И организаторы уверены, что участников спортивных клубов и федераций станет намного больше. Владимир Маркин, Дмитрий Столяров. Новости губернии.